Кто такой Дед Бабай? Многие первый раз о нем слышат, а у многих он вызывает смех и недоверие. Дед Бабай – это старик, который ходит ночью и заглядывает в окна, в которых горит свет. Он седой, как снег, борода свисает до самых колен, из глаз исходит желтый свет. Кто он? Призрак, демон или старик, который сошел с ума? Бабаем пугает маленьких детей, чтоб они слушались родителей и ложились вовремя спать. По русским легендам, если ребенок не спит, то есть шанс, что его заметит Дед Бабай. Сначала он подойдет к твоему окну, после он будет стучать в него своими худыми и дряхлыми руками, а после вовсе попросит тебя выглянуть в окошко, и ты под его воздействием это сделаешь. А что происходит дальше, это уже никому не узнать. Многие предполагают, что он уносит детей в лес, убивает их там и ест. Правда это или нет, а вам судить.